Нихао! Ну вот и завершается уже третий день моего челленджа по отжиманиям. Вчера, кстати, хочу сказать, я отжался 310 раз, то есть даже чуть больше положенного, так сказать, перенесу 10 отжиманий на, допустим, на сегодняшний день, но еще не считал вместе с сегодняшним. Вчера я сделал в общей сложности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 подходов у меня получилось. То есть каждый подход отжимался по 20 раз, потому что ужасно болели мышцы. Да даже сегодня они до сих пор болят, но уже не так, как вчера. Но тем не менее, как бы сегодня я сделал, вот сегодня 22 апреля, сейчас вот 17:00. Сегодня я сделал, сейчас скажу сколько... 50, 170, 190, 230 раз уже сделал на сегодняшний день. То есть, если со вчерашним еще 10 добавить, уже 240 получается. То есть, мне надо еще 60 раз сделать за сегодня, что, в принципе, реально. Но все равно, на самом деле, вот эти места до сих пор болят. Когда отжимаюсь, еще и грудные клетки почему-то начали болеть сегодня. Вчера почему-то они не так сильно болели, как сегодня. Но прям вообще... Сегодня... Тяжело, короче, прям до конца отжиматься почему-то. Вчера как-то я еще с горем пополам, так сказать, отжимался до конца. То сегодня что-то уже тяжело. Именно из-за того, что грудные мышцы болят сильно. Вот эти места вообще прям отнимаются, блин. Как будто по ним молотком били. Ну и само собой, ну вот эти места тоже болят. Но не так сильно, как вчера уже. Но, тем не менее, уже, так сказать... организм потихонечку привыкает ко всему, к нагрузкам, и поэтому уже как-то, ну, легко дается. Первый раз только тяжело отжиматься, потому что, вот, не знаю, первый раз почему-то всегда вот, я сейчас вот буду отжиматься опять. Еще осталось, напоминаю, 60 раз за сегодня. Уже за 3 дня я сделал почти, получается, 840 раз отжался за 3 дня. Как вы видите, тело мое уже... начинает меняться, как этот мем такой есть, типа, один раз в спортзал сходил, и сразу в зеркало смотришь, типа, блин, накачался я или нет. На самом деле, конечно же, ничего не поменялось. Все ж, я шучу просто. Изменения, на самом деле, могут произойти, там, через дни 25, может, ну, как раз на 30-й день, там, что-то начнет проявляться, я думаю. Так что... Главное это продолжать заниматься этим, не бросаться, не бросать это все, так сказать. Так что сейчас отожмемся, сколько я смогу. Наверное, раз 20, наверное, больше у меня не получится. Посмотрим. Так, получается, мне надо сейчас отжаться 20 раз. Отжимать, наверное, до конца не буду. Потому что... Вот первый раз сейчас начну отжиматься, да? А, блин, что тут? А, блядь, что тут колется еще? О, вот первый раз вообще тяжело идет. Потом привыкает. 5, 6. 30 раз, уже больше не могу, организм уже говорит, эй, остановись, братишка, не торопись, о, блин, вообще, о, руки аж дрожат от нагрузки. Фу. Запишем 30 раз, уже сегодня получается, сколько? 260 раз за сегодня отжался. Так вот оно. Фух, еще один челлендж хотел запустить. Пресс качать. За раз. Так скажем. Сколько я сделаю? Раз 200, если сделаю, уже хорошо будет. Тоже посмотрим, как изменится мой пресс. Но на самом деле, от отжиманий тоже пресс появляется. Немного только, потому что отжимание это самая полезная вещь на самом деле. И подтягивание еще.
У меня турника просто нет. А так, кто там спрашивал в комментах, сколько раз я подтягиваюсь, я не знаю. Я не подтягивался уже давно. Может, раз 10 смогу подтянуть, в принципе. Тут бы можно, конечно, попробовать, но тут газовая труба. Чего-то неохота мне. Обязательно сделаю. Турничок повешу. Посмотрим, сколько у меня получится. Тоже, может, челленджи запустим, в принципе. Ну, весь прикол, я хочу из подручных средств, грубо говоря, не в спортзале попробовать тело изменить. Потому что в спортзале, что там, и так понятно, что получится. Там легче изменить. А вот именно вот так вот. Ну, во-первых, в спортзале, если я начну там челлендж, но это никому не интересно, опять-таки. Так как, ну, там уже много людей, которые в спортзале там качаются, там пытаются тело изменить. Это, в принципе, все так делают. А вот именно так. На самом деле, это реальная задача, квест, так скажем. Тяжело будет, конечно, но тем интереснее, что из этого получится. Ну что ж, ребята, на этом я прощаюсь на сегодня. Увидимся завтра. Давайте. Удачи всем. Не болейте. Ой.